Роджер Стівен. Дайте мне шанс. Прости, сынок. Я тебе жизнь спасаю. Генерал Паттон сказал, войны ведутся оружием, но выигрываются людьми. Ты не чувствуешь, что пора сдаться? Я могу драться целый день. Наша цель — создать величайшую армию в истории. Я с тобой. Ты считаешь, что я не гожусь, но... Это не драка в переулке, Стив, а война. Но любая армия начинается с солдата. 5 попыток в 5 разных городах. Я могу дать вам шанс. Вы авангард нового племени суперсолдат. Почему я? Потому что слабые знают цену силе, знают цену власти. Думал, будет хуже. Это пенициллин. Мы выиграем эту войну, потому что у нас лучшие воины. Начнем, мистер Старк. И они лично сопроводят врага к вратам ада. Как самочувствие? Ваше задание не будет простым. Ты кто такой? Первый из многих. Ваш враг будет непредсказуем. Боюсь, не справлюсь. Поэтому на вас и пал выбор. Что скажете? Все получилось.